тогда мы на русском. Делаем русский и английский. Хорошо. Два варианта. Отлично. Вот. Стокина. Я там попал, и оттуда вот у нас как-то очень хорошо вот до сих пор мы сотрудничаем. Иногда редко, иногда опять часто. Да, вот так. Но с пользой, Спасибо ей. Она мне очень помогла и научила меня многому. Да. Взаимовыгодное сотрудничество. Да. Елена Сергеевна, организатор и вдохновитель всех наших работ. Ну, музыканты иначе не могут. Это же мы, это же наша музыкальная среда. Мы для этого и учились. Мы этим дышим и живем. Так что это все органично. Мы никаких там особенных подвигов не делаем. Ну, да, у вас «Солнечная долина» это вообще необыкновенно получилось. Ну, самое интересное, что у нее вот хорошо ведь, правильно? Очень. Я не хочу нас хватить. Снег идет, а все вокруг, чего мы ждем, а это снег, да и снег. Хочу сказать, вы все под самый новый человек, мы с тобой на этот снег. Очистка, кто о чем молчу, о чем сказать хочу.